Мы в Берлине. Guten Morgen, mein Führer! По улицам Берлина, слушаем экскурсию. А потом у нас свободное время, будем гулять. Гулять, рассматривать и кушать колбаски. Ты как эстонец какой-то говоришь. Может, я эстонец? Из Прибалтики приехал. Вряд ли. Что ты сейчас будешь делать? Буду держаться за яблоко. Для чего? Для бабла. Что было бабло? Мы собираемся квартиру что-то покупать. Это запикай, чтобы никто об этом не знал. Можно я попросить, чтобы яблоко выдержать? Не за яблоко. И за колено можно. Нам только что сказали, что если первый раз вы в Берлине и увидели фонтан Нептуна, то все желания исполнятся. Нам надо было потереть четырех женщин. Которых... И каждая женщина за что-то отвечает. Но мы решили, что мы всех потрогаем, чтобы у нас все было хорошо. Угу. Эти вы... четыре женщины – это каждая река в Германии, мы, правда, забыли. Ну, это не важно. Но главное, что если вы хотите, чтобы у вас было пополнение в семье, нужно потрогать виноград. Если хотите, чтобы супруг хранил вам верность... Ой, оса прилетела. Если... Нужно козла за рога подержать. Чтобы исполнились все желания, нужно потрогать за бревно. А если к деньгам дело, трогайте яблоки. И все у вас будет хорошо. Привет из Берлина. Семейство Крыжановчиков. Сувениры, пищалки какие-то за 4 евро. Какие? Игрушки где-то пищалки. Добрый вечер. Как ваши дела? Кирощиоски кейс прикольный. Даже сама королева Англии нам машет привет. Привет! Ведь помаши ей. Идем в бесплатный туалет. Напротив дома, центр Samsung, сказали, что здесь бесплатный туалет. Так что не тратьте деньги. Идите сюда. Идите в бесплатный туалет. Только не в такой живой очереди. О май гад. А у нас дома просто все эти деревья валяются, и никто их не убирает. А здесь взяли себе сразу... Машинку бросили, машинка переработала и вывезли. Легко и просто. Нам попались очень скучные туристы в нашем автобусе, потому что они на шутки не реагируют, или мы просто плоско шутим. Ну, в общем. И не все заказали экскурсию, пошли, а мы гуляем без экскурсии, без экскурсовода. О, вот второе, куда мы идем. Да, там, вдали. Но... Вряд ли его видно так. Это памятник Победы там дальше. Вот, а потом мы идем пока по центральной улице, а потом мы будем которая... идти по нычкам и увидим, я думаю, что-то такое. Чуть-чуть интересное. Больше. Кстати, эта улица называется 17 июня. Почему именно эта улица так называется? Зашли в какой-то парк красивый. Угу. Все тут так чистенько. Я подбросила мужчине мусор. А что делать? Не мусорить же в этом красивом, замечательном зеленом уголке Берлина. Блин, прикольно, так пахнет, да? Угу. Ты же не слышишь? Так ты меня 10 тысяч раз спрашиваешь, мне говорить.
Еда. Ну, карри – это типа приправа. Угу. Юля переводит, что мы будем покупать. Карри. 7.50 минут. Куча еды. Вот так вот. Главное, что нас мужчина понял правильно, и тут кофе даже дешевле по евро. В общем, хороший ресторан. Реально берет берлинские стены. Отель Редисон, лифт в аквариуме. За спиной у нас дом учителя. Все сделано из фарфора, который делается в городке Мейсон, недалеко от Дрездена. В общем, очень дорогое удовольствие было это сделать, но все-таки сделали. Там вот нарисованы разные профессии. Да. А еще мы ну купили вот, смотри, подарок. Александр Пласт, парковка. А мы Лехе купили подарок Самковичу. Но как мы не будем показывать потом. Всем остальным пока не купили, я себе купила подарок. А я себе купил колбасу. Да, и купили зубную пасту мы, немецкую. Блендамет и еще мы взяли вторую. Две блендамет. Да? Ну, короче, две просто мята сильная, а вторая нейтральная. Вот, сейчас мы ищем Александр Плац. Вообще, где бы мы еще встретили отель Москва ресторан? Они сюда пробрались. Я в шоке. Ну, Кица моя решила попрыгать на батутах. Ну, куча детей и Кица моя на батутах. Как тебе? Так себе, не вообще, сильно маленькая яма. К сожалению, наш день в Берлине подходит к концу. Но провели мы его очень круто. Да. Потому что проводили мы его вместе. Вот, и мы, короче, решили в конце нашего дня в Берлине полежать на Королевских лугах. Ну что, говорим Берлину пока. Пока. Нам очень понравилось. Круто, вернемся обязательно. My friend, Юлия, как вам нравится город Берлин? Yes, of course. Yes, of course? Yes. Yes, yes. Мы в Амстердаме, за нами Королевский двор.